Крупный инвестиционный контракт удалось подписать делегации Ульяновской области на Международном экономическом форуме в Петербурге. Достигнута договоренность с французской компанией STTS Group. Вместе с губернатором соглашение подписали представители компании «Спектравия». Именно на Ульяновском окрасочном производстве будет построен дополнительный корпус. То есть это, соответственно, и новые рабочие места, налоги, которые будут оставаться в нашем бюджете. И это даст возможность, предпосылки для того, чтобы «Спектравия» создавал фактически новый еще корпус производственный. На рынке окраски воздушных судов «Спектравия» работают вот уже 18 лет. За это время в ангарах предприятия успели почистить перышки более 600 воздушных судов отечественного и иностранного производства. Существующий окрасочный комплекс предназначен для широкофюзеляжных самолетов. Во втором корпусе планируется обслуживание узкофюзеляжных воздушных судов. Для этих целей уже создано отдельное юридическое лицо «Спектр Аэро». Инвестиции в проект составят 350 миллионов рублей. Сегодня «Спектр Аэро» платит налоги всех уровней, имеется в виду региональные и территориальные налоги, 25 миллионов рублей. Со строительством нового корпуса, с созданием нового предприятия у нас оборот увеличится ровно в два раза, а значит и налогообложение для местного уровня будет ровно в два раза выше. Проектные работы по созданию нового предприятия уже начались. Второй корпус «Спектр Авиа» будет введен в эксплуатацию к 2020 году. Предполагается создание 120 новых рабочих мест. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».